Хорошо, что у меня большая семья. Все мне делают что-то вкусненькое, то, что я люблю. Мама готовит полезные витамины. Папа – сытные витамины. А сестра – сладкие витамины. И мы едим полезные вкусности каждый день. Особая технология заморозки сохраняет живые витамины в продуктах марки «Витамин». Вкусное бывает полезным. «Витамин». Рад быть полезным.